вот мы прибыли в Данию, город Тредбе. Прибываем. 45 минут идет паром. Паром шикарный. Ну, тут за 45 минут не успеешь покушать, хотя здесь и магазин, и здесь все, что хочешь есть. Это если поплыть, который идет 29 часов. Он идет в Копенгаген. Не мешай, я снимаю. Надо туда собраться, как-то сплавать. Вот там вот будет, конечно, красота. Там бассейн есть, все. Но мы соберемся как-нибудь. Это портовый город, приехали. И вечерком, сейчас немножко тут поблуждаем, и вечерком поплывем обратно в Германию.